В Муроме после обрушения крыши котельной восстановили подачу тепла потребителям. К 7 утра 25 января все потребители, попавшие под отключение, начали получать тепло. Это более 30 жилых домов, 23 административных здания и 2 детских сада. Две новых временных сети от работающих котельных обеспечивают температуру теплоносителя в 60-65 градусов. По плану схему усилит за счет передвижной блочно-модульной котельной. Ее мощности позволят поднять температуру. Об этом сообщили во Владимиртеплогазе. 24 января энергетики построили 2 участка временных теплосетей общей протяженностью 460 метров. Один ведет от котельной центрального теплового пункта на улице Воровского, второй от котельной ЦРБ на улице Войкова. Как сообщили в областной администрации, остается решить вопрос с горячим водоснабжением в 8 многоквартирных домах. Они завязаны на восстановление работы котельной, вышедшей из строя. В ней 25 января должны были установить 8 металлических опор под перекрытие крыши. После этого будет вестись наблюдение за поведением здания. Если несущие конструкции не подведут, продолжится укрепление крыши и стен. 27 января планируется начать запуск котельной в штатном режиме.